Пришла ко мне гостья лихая, как дождь, зарядивший с утра. Спросил я ее, кто такая? Она отвечает: хандра. Послушай, в тебя я не верю, ты Пушкина плохо читал. Ты веком ошиблась и дверью, я, видимо, просто устал. Все так говорят, что устали, пока привыкают ко мне. Я вместо любви и печали, как дождь, зарядивший в окне. Охмурое, злое соседство, уеду, усну, увильну. Ведь есть же какое-то средство. Она отвечает: ну-ну. Ведь есть же какое-то средство. Она отвечает: ну-ну.